Добрый день, коллеги. Значит, Александр Содырев, руководитель информационно-аналитической службы «Совалмаш». Собственно, вопрос, почему мы выбрали площадку «Алабушево» и «Технополис». Ответ кроется в том, чем же занимается наша компания. Наша компания занимается разработкой современных эффективных машин электрических, вращающихся асинхронных. Простыми словами, это асинхронные электродвигатели, которые на сегодняшний день являются основными потребителями электроэнергии во всем мире. На сегодняшний день ежегодно выпускает сотни тысяч асинхронных электродвигателей. И несмотря на это, парк асинхронных электродвигателей в Российской Федерации довольно сильно изношен. Но это ситуация не только в нашей стране, но и, в принципе, во всем мире. Поэтому сегодня, как никогда, актуальны новые, эффективные, современные решения, которые позволят сделать двигатели экономичнее, эффективнее, более надежными и, конечно же, снизить количество материалов, которые используются при их создании. Всем этим и занимается наша компания. Мы занимаемся разработкой таких машин за счет использования технологии совмещенных обмоток «Славянка». Фактически, на территории особой экономической зоны в ближайшее время мы начнем основную фазу строительства будущего проектно-конструкторского технологического бюро «Совалмаш», на территориях которого мы будем производить разработку таких машин. Важно отметить, что условия, которые предоставляет особая экономическая зона, они действительно, как уже сказали, собственно, коллеги, полностью для этого подходят, потому что это и удобное транспортное сообщение, это схождение финансовых потоков, если можно так сказать. Видимо, никак работает. Наличие железнодорожных путей, свободная таможенная зона и, конечно же, это налоговые преференции. Все это позволяет сделать сложного бизнеса более реальной и возможной. Потому что если мы говорим о более привычных сегментах, когда мы производим конкретный физический продукт, который в последующем кому-то перепродается, то затраты на такое производство, они, как правило, более ясны и понятны. Инновационного бизнеса, разработческой деятельности – это очень сложный вопрос, потому что необходимо выполнять огромное количество испытаний, сравнительных тестов, работают инженеры, и все это делает данный вид бизнеса довольно сложным. Поэтому на территории особой экономической зоны Алабушево наш центр будет состоять из нескольких блоков. Это административно-бытовая, техническая и так опытно-производственный отдел. Там будут выпускаться опытные партии, установочные партии двигателей. Будет много этапов работы с потенциальными клиентами, но стоит отметить, что основная цель компании – это именно реализация интеллектуальной собственности в части разработки асинхронных электродвигателей. На выходе потенциальный заказчик получает не только готовые изделия со всей необходимой сертификационной документацией, но и также получает готовую производственную линию, которая может быть размещена на его территории, на его площадях. Также нами может быть запущена процедура создания завода по готовой проектной документации, которая также уже будет подготовлена для конкретного заказчика. И, что немаловажно, тем самым мы благодаря
благодаря нашей деятельности мы позволим обучить сотрудников и весь персонал потенциального заказчика производству данной партии. То есть фактически вот это вкратце схема, по которой работает Solo Mash. Спасибо, Александр. Все четко, структурировано по делу.